Так, если... Ой. Так, если приветствую на канале, и я начинаю играть в игру под названием Stray. Да, та самая игра про котика, про киберпанк. И как раз я хотел в нее поиграть еще вчера, но я только начал ее загружать в 2 часа ночи. Как-то не хотелось ночью играть, тем более я хотел спать. Так что давайте начнем. Хочу поставить настройки, какие у меня стоят. Высокие, смотрите. Ограничений нету, о, вертикальная синхронизация. А что это значит? Типа, у меня включено, а это выключено, да? Если так, то ладно. Давайте начнем. Я не думаю, что стоит медлить. Игру ждали, наверное, очень много человек. Она вышла 19-го, сейчас 20-е. Ну, по графону скажу так, это не сверх какой-то графон. Но и глаза не вырывает. А, я просто жду каких-то, наверное, какой-то диалога, поэтому замолчала. Ну и мы же играем за котика, так что диалогов, наверное, никаких не будет. Все, наверное, хотели за котиков поиграть когда-то. О, есть какие-то действия по типу поиграть с другим котом. Но ему как-то не нравится. Как-то лениво он это делает. Вау, ну я скажу, первое впечатление очень хорошее. Мне нравятся такие игры, где мы играем за животных. Тем более... С таким графоном, не очень, конечно, не очень плохим. Обычно игры про котов, про разных животных делают не очень богатые компании. Еще один кот. Не, ну это классно, я скажу так. Очень классно. А куда мне идти? Подождите. Я должен спуститься куда-то. Ну, я прыгать не могу, кстати. Могу бежать. Видимо, мне сюда. Нет, не сюда. Мне нужно спуститься. А, я должен лечь. Вместе с ними, я понял. Это, наверное, был какой-то обязательный, да. Это были обязательные действия. Я думал, их можно делать любой, а может, можно не делать. Ну ладно. А сейчас мы будем гулять по городу. Внутри стен. Это... Стоп, подождите. Внутри стен. Понял. Ладно, не буду ничего говорить. Я хотел что-то сказать. И сразу же забыл из-за того, что смотрел на синематик. А, мы в промежутке между стен, я понял. Вот что это. Я все пытался вспомнить, что я хотел сказать. Оказывается, только это. Наверное, город киберпанка находится где-то справа, а открытый мир слева. А зачем отделять город от, как бы, внешнего мира? Стеной такой огромной. Опа-на, идемте. А мне кажется, или у меня чуть-чуть лагает из-за вертикальной синхронизации? Ой, я не то сделал. А, где она? Да, сохраним. А, нет, еще хуже стало. Значит, я все-таки до этого вертикальную синхронизацию убрал. Так, прыжок.
То есть как-то направлять прыжок я не могу. Он сам как-то запрыгивает. Ага. Какое-то взаимодействие. А, точим когти. А, понял. Должен нажимать. Надеюсь, мои клики не слышны в микрофон. Слишком громко. Давайте все же я сделаю игру чуть потише. Чтобы вам было приятнее меня слушать. Давайте где-то вот так. Да, общая громкость немного уберем. И идемте. Ну, скажу так, у меня где-то FPS под 80 прыгает. Из-за этого немного может обрываться картинка. А так нормально. Попьем воды? Да. Неужели у нас будет какая-то стая? Просто в трейлере нам показывали, что мы одни. А так, возможно, что мы будем вместе со стаей бегать. Это, конечно, намного прикольнее. А, можем отовсюду пить. То есть здесь очень много действий. Ну, идемте. То есть, видите, даже если ты идешь по таким опасным местам, то тебе не дают прыгать, не бегать. Ну, короче, ничего таких опасных действий, которые ты можешь погибнуть. Ну, как нам, собственно, говорили разработчики, это игра, чтобы расслабиться, просто побегать, позаниматься, посмотреть на игру, на красивые картинки. Так все вполне нормально. То есть, да, он сам направляет даже если я... Ой, я думал, я упаду. Даже если я иду куда-то направо, он останавливается. Сам. А я мог запрыгнуть. Вот. Идемте. Мы, видимо, сейчас направляемся в город. Надеюсь на это. Город мы должны пройти. Нажимайте Space, чтобы прыгнуть несколько раз. А, удерживайте. Да. С какими-то задержками он прыгает, конечно. Но, возможно, это с моей стороны проблемы какие-то. Нет, у меня почему-то лагает. У меня под сначала 80 FPS, потом под 60 падает. Я должен как-то это исправить, чтобы было комфортно играть. Я даже не знаю, что делать. То есть использование графической памяти, это все нормально. Подождите, почему лагает? Почему лагает? Вроде бы у меня все тянет и даже очень хорошо тянет. Ладно, не буду... А, что я сделал? Полноэкранный режим. Возможно, из-за этого краски у меня и лагает. Кстати, да, стало намного комфортнее. Давайте тогда так оставим. Вау, ну это очень красиво. Очень красиво, даже смотря на то, что графика здесь не сверхновая. Да. Удерживайте, чтобы осмотреться. Да. Так можно осматриваться, даже приближать. Но мы стоим на месте, когда удерживаем кнопку. Так. Все. А, вот здесь, наверное, мы и разделимся. Из-за одной причины просто-напросто. Боится. Давай, ты сможешь. Давай. Главное не падать. О, нет. А это было больно. Держись, котик мой. Ой-ой-ой. Обидно. У него очень сильно наточенные когти. Пусть все по бетону оставлять следы. Это, конечно, нужно уметь. Больно. Очень больно. Мы где-то очень внизу. О! Мяукают. Боже, это вообще... Я не могу. Такая прикольная игра. Ой-ой, мы поранились. Ногу. То есть, нас все еще отзывают. Но я туда не могу пойти, кстати. Я должен идти только прямо. А нам плохо. А, да, я упал. Нам плохо. Ну, в принципе, да, мы упали с такой огромной высоты. Хотя даже на мусор это, наверное... повлияло как-то на благополучное падение. Так, мусор шевелится. О, системы включились. И мусор шевелится. А,
Это не мусор был, это какие-то роботы. На клещей, похоже, огромных. Давай, друг мой, вставай. Встал. Но все еще мы ранены. А, нет, восстановились. Смотрите, мы, видимо, пролежали довольно-таки долго. Хотя бегать мы не можем. Нам это не позволяет. А хотя сейчас можем. Сейчас все нормально. Так. Главное, чтобы не закрылось. А вот и город. Да. Нас все-таки разделили. Мертвый город. Наверное, мертвый не из-за того, что здесь все нету людей. Хотя как раз-таки, наверное, из-за этого. В этом городе, по-моему, будет только роботы. Наверное, из-за этого все-таки мертвый. Так, я могу запрыгнуть и перелезть. Но есть ли здесь что-то еще? Видимо, нету. Вау, а я высоко прыгаю. Камера. Можно ударить? Нельзя. Спуститься. Спускаемся. И можем залезть вот сюда, да? Ой-ой, давай, прыгай. Управление довольно-таки резкое. Да, я могу запрыгнуть. То есть свобода действий какая-то, хоть какая-то есть. Опять тавтология от меня. Так, а вы... Классно, исчезли. Да. Игру сколько лет делали, я не помню. На стол я там могу залезть, ну а дальше там нечего делать. Ну, еще наверх могу и все. То есть, больше ничего. Мне говорят идти только прямо. Опять камеры, которые направляются на меня. И робот. Робот, которого, видимо, сломали. Слышу что-то. Так, какое-то болото из радиоактивных веществ. А куда мне? А, мне вот сюда. Все понял. А дальше сюда, да. Кот, follow me. Говорят, идти вот сюда. Так, стойте. Возможно, я могу что-то сделать еще. Нет, но, видимо, по камерам определили, что это мы, и кто-то нас направляет. Да, вот туда же камера стоит. Даже для этой игры придумали свой язык. А, я могу брать. А я могу закинуть, наверное, да? А, например, нажать что-то. Или что? Зачем я могу брать какие-то вещи? Понятно, чтобы перенести. Но в данном случае я... А, я просто должен забраться наверх, да? Она просто сейчас демонстрирует возможности игры. А так мы просто должны направляться в определенную территорию. А, все, понял. Я должен вещью заблокировать крутилку эту. Так, возьми. Запрыгнем. Да, с вещами он все-таки может запрыгивать. Здесь даже есть специальный спуск, чтобы мы кинули. Да, все нормально. Еще вещи. Я могу толкать, и это ни на что не влияет. Ну, давайте закинем. У нас же есть такая возможность, почему бы не воспользоваться ею? Кстати, она очень прикольно это делает. Как обычные коты. Так медленно. Ладно, я могу туда запрыгнуть? Нет, не позволяется. Сюда тоже, значит мне... Куда? А куда мне? Наверное, все-таки... Все-таки куда? Ну, прыгнуть... А, прыгнуть я могу. Могу? Вау, лаги. Ой-ой. Залагало. Это плохо, кстати. Лагать не должно. Мои системные требования абсолютно подходят под эту игру. Я не знаю, почему залагало. Но надеюсь, этого больше не будет происходить. Follow me. Опять кто-то говорит, чтобы мы пришли к нему. Да, стрелочки указаны. Можем полежать. А, потащить когти. А, это на что-то влияет? Возможно, влияет все-таки. Но я все же думаю, нет. Ладно, пройдем. Можем попить воды.
Так. А это... А это мы можем запрыгнуть и подняться наверх. А, спуститься вниз. Да. А, какой-то значочек с короной. Но тут мы ничего здесь делать не можем. Наверняка здесь есть какие-то пасхалки, и я их должен найти. Обязательно. Без этого никак. Так. Так, так, так. Вау. Опять не. Но убежать я не могу. Опять пропали. Ну, здесь некуда пройти, алё. Так, ладно. Утро, кстати. И, видимо, мы сейчас выйдем на главную улицу. Робот. Без руки. Вау. Классно. Да, ему, видимо, не очень хорошо без ноги и без одной руки. И мы его еще добили. До кучи ко всему. А куда мне... А, мне наверх как раз-таки. Бедный робот. Так. Опять ты. Опять синематик. И, кстати, эти роботы. Ну да, они максимально сильно похожи на клещей. А, мы сейчас будем убегать. Да, поодиночке они убегают от меня. А так, теперь мы убегаем от них. Не надо прыгать. Я не хочу клещей на себе испытать. Так, ну, даже если они в меня попадают, это никак на меня не влияет. Видимо, для нас постарались. Альт, 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 я нажимаю альт. Беги. Очень далекая кнопка, чтобы сбрасывать этих насекомых. Поэтому неудобно, кстати. Они все-таки прицепляются, я даже не ожидал. Я думал, это просто... Просто обычная погоня, где нас не будут доставать. Так, а нам больно, кстати. Нам очень больно. Почему их так много? До этого их не было. Так, отстань. Беги. Беги, котик. Все нормально. Вот и все. Спаслись. То есть, если мы мяукаем, то какие-то глюки происходят немного. Какой-то жесткий диск. Да. Ага. Space. Space, а нам куда? Нам как раз таки сюда, да? Да. Наверх и... Конечно, это линейное прохождение игры, но... Крутость этой игры не меняется все равно. Запрыгнешь? Нет, мне куда-то вон туда. Видимо. А хотя... А куда мне? То есть никуда другое место я забраться не могу. А, сюда? А, я должен спуститься, видимо. А, нет. А что мне делать? То есть запрыгнуть мне куда-то не дают. Дальше мне некуда. А, дальше мне вот сюда. Теперь сюда. Так, дальше проходим. Так, а здесь как раз таки сбросить деревяшку. А теперь прыгаем. И все, мы здесь. Опять камера, за нами опять следят и в окно. Мы сейчас, наверное, приходим к одному доктору, который был указан в трейлере, который сделал для нас прибор, чтобы мы могли понимать роботов. Это что? Здесь, наверное, можно как-то передвинуть, да. А хотя я и так могу забраться. А, нет, не могу, смотрите. Говорят, нужно передвинуть с помощью этого. Этой бочки. А зачем мне мяукать? Видите, когда я мяукаю, то включаются почему-то какие-то приборы.
Ага, я должен был на самом верх забраться. Так, осторожно. Погибнуть здесь очень сложно, но с моей-той игрой я наверняка это смогу сделать когда-нибудь. Так, ну мне не сюда. Мне вот сюда. Опять камера. Ага. Так, спокойно. Ой-ой, опять пали. Осторожнее, друг мой. Да, все в порядке. Это не то падение, которое было до этого. Так что каких-то серьезных проблем нету. Другой путь находим. Так, мне сюда. Показывают другим цветом. Конечно, здесь потеряться довольно-таки легко. Смотря на все эти пролеты, по которым ты должен идти. Так, дальше мне вот сюда, да? Не допрыгну, видимо. А отсюда? А, отсюда смогу. Тихо, успокойся. Все нормально. Опять камера. Так. Сюда, скорее всего. Да, все правильно. Дальше наверх. Рисунок. Нарисован какой-то кошка-человек. Найкутян, наверное. Наверное, это означает, что здесь есть какие-то морфы. Я забыл, как они называются, только вспомнил морфы и все. А, там лестница была, но, видимо, мне не туда. Так. Ну, прям огромные стрелки, которые указывают, куда нам нужно идти. Так, что упало? Нам не сюда. Нам вот сюда. И дальше. Мы вошли в какое-то здание опять. А, все. А это что? Кью. Прикольно, понял. Забрали какой-то, наверное, что это вообще? Прибор какой-то, я не знаю. Но зачем нам его тащить с собой? Это уже другая дилемма. А как мне забраться? А, я могу просто так забраться. Но зачем так низко ставить этот прибор? Квартира. Да. Мы вошли в чей-то дом. И сейчас разобьем этот прибор. Нет, не можем. Так, Кью. Надо зачить когти. Ну, опять же, я не вижу в этом смысла. Мы только портим мебель. И какого-то бафа нам это не дает. Можно забраться. О, там есть какой-то проход как раз таки для нас. Ну, в этом смысла большого нету, кстати. То есть, да, это в этом большого смысла нету. Видимо, чтобы скрытно пролезть, было сделано для этого. Так, нужна помощь. Данные повреждены, нужна помощь. О, для скачивания требуется тело, требуется тело. О, войдите в дверь. Ну, конструктивный диалог. О, ну наш кот умеет печатать. Войдите в дверь, включите, найти тело. Все, я понял. А, прикольно, смотрите. Вы это когда-нибудь видели? То есть синхронизируются наши лапы и клавиатура. А где дверь? Какая дверь вообще была? Еще какая-то комната? Мяукнуть? Я не могу мяукнуть почему-то. А, могу и опять же эти приборы, которые поддерживают энергию. Но здесь ничего нету. Мне сказали войти в дверь, а здесь дверь закрыта. Ключи есть, но их как-то брать я не могу. И они на каком-то другом языке. Залезть на приборы опять. Но это никак не влияет. Вау, ты чё? А, понял. Можешь как-то залезть? А, должен как-то пробраться поверху, да? А, все. Вопросов нету. А, и вовремя отключить энергию. Да? Да, все правильно сделал.
И как раз таки выбросить и убрать эту энергию. Я должен вставить про... Всё, я понял. Вопросов нету. Я просто в этой комнате должен найти энергию. Чтобы ставить еще, нужно найти две. Еще две находятся... Как раз таки... Тавтология опять. А почему ты не вставилась? Все, включайся. Где же была еще одна, которую я отсюда убрал, и там были две. А, нет, все, вспомнил. Там не было две. А где еще? То есть, ну, я не вижу. А, вот еще одна, кстати. Вон она. Забирай. Вставляй. Нет, вот сюда. Все. И последняя нужна. А последняя, наверное, находится где-то... Подскажи. Ну, ты мне только что махал. Говорит, да. Я иду в правильном направлении. Так, а где, а где, а где, а где, а где? Наверх могу забраться. А, вот, все, все нормально. Нашел. Зачем столько камер здесь, в одной комнате, непонятно. Так, все. Работаем. Двоичный код. Возможно, если как-то расшифровать его, получится какой-то текст. Пасхалочка какая-то. Потом сделаю и сообщу вам. Ага, робот. Кстати, он в VR-очках. Возможно, нет. Не в VR-очках. Но я могу запрыгнуть на него. И на прибор. У него упала голова. Как бы грустно это не звучало. Так, что упало? Какой-то прибор, который я могу ставить куда-то, да? В него, например. А что должен делать? То есть прибор-то упал, но на что это влияет? Дальше я пройти не могу, значит мне вниз. 100%. Может тебя как-то включить? Какой-то текст непонятный. Там ничего уже нету. Ну что это? Подождите, что это? Это похоже на... На ничего не похоже. На какую-то голову насекомого. Богомола, например. Ну, видимо, мне сюда. Обратно. А, ставить. Все, понял. Так. Это, наверное, тот самый прибор, с помощью которого мы будем понимать слова роботов. Все, понял, это наш друг, помощник. Но он как-то не сработал. B1-2. B12, наверное. Да, B12. Мы здесь. Чуть-чуть справа. Да, все правильно. Будем говорить. Или нет? У него на задней части было что-то написано. Так, мы его сломали. Давай починим. Да, починили. Он какой-то нестабильный. Я тебя не понимаю. Сработало, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Ой-ой-ой, кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в этой электронной сети. А, я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь назвать меня B12. Так написано на моем корпусе. Да, я прочитал. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Да, мы здесь живем, по-моему, со своей стаей. Пошли отсюда, следуй за мной. Завершить. Таб. Все, идем. Это ключ, отпирает дверь, это я помню. Ладно, сейчас помогу. Давай, я не против. Взять ключ. Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. Я подошел. Так. Тебе придется это надеть. Для чего?
Вау, B12. А, чтобы я носил его с собой. Видимо. Да, он залез туда, через текстуры. Но вполне нормально. Ладно. Я... Сколько идет ролик? Подождите. 33 минуты. Я думаю, на этом может закончить. Я продолжу, наверное, завтра же. Потому что, ну, новая игра. Нужно пользоваться моментом. Что со мной? Посмотрите, как кот ходит. Видимо, это из-за того, что как раз-таки этот робот присоединил к нам свой прибор. Хватит. Ладно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.